Поддержать, подбодрить и подарить теплый привет солдатам. Именно такое настроение передали в своих письмах бойцам на Донбасс ребята из лагеря «Альтаир». Мы не только вот сегодня пишем письмо, но еще при этом делаем какие-то поделки, сочиняем сочинения, вот, рисунки, плакаты совместные. То есть специальные скульптуры делаем, которые связаны именно с объединением и силой нашей страны. Всего в акции приняло участие 25 ребят. Все они воспитанники начальной Лопатинской школы. Дети написали простые и теплые слова, которые так необходимы и важны сейчас для наших воинов, находящихся далеко от родины. Я написала о себе немножко, где я учусь, в каком я классе, в какой я перехожу класс. Ну и я пожелала, чтобы все было хорошо. И он вернулся, солдат этот, живым и здоровым. Дети делились с солдатами своими рисунками, поделками, а некоторые в свое письмо вложили плитку шоколада или печенье. Каждый ребенок подошел с душой и ответственно, то есть патриотизм у детей – это самое главное, тем более в таком маленьком возрасте. Искренние эмоции и вера в то, что все вернутся домой – самое главное, что было в этих детских письмах. Каждый надеется, что его поддержка станет доброй весточкой и благодарностью за мирное небо, которое они защищают. Василиса Мамай, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ».